Ребят, давайте поаплодируем друг другу для начала. От ChangeLens. Дело в том, что я уже давно участвую, и вот, наконец, мы с командой, у меня, наконец, появилась очень хорошая команда, мы все очень дружны, и мы прошли в полуфинал. На самом деле, я считаю, что это большое достижение. Мы провели большую работу над собой, вообще развиваемся как личности, участвуя в подобных мероприятиях. Спасибо, ChangeLens. Это наш первый опыт участия в челлендже. Мы на самом деле безумно рады, что жюри сказало, что мы единственная команда, которой не задали вопросы, поскольку все было очень понятно и структурировано. И мы очень счастливы. И надеемся пройти финал. Да. Мы пройдем финал. Да. Удачи всем вам и удачи нам. Скажем, поражает, что на столь молодые люди, скажем, ну, умеют себя уже держать и владеют навыками, презентациями очень-очень хорошо. Вы знаете, я бы со своей стороны, наверное, взял бы всех. Мы считаем, что проведение таких конкурсов просто необходимо для студентов. Это развивает нас достаточно широко. Нам показалось, что все прошло довольно-таки успешно, и, конечно же, мы надеемся пройти финал. Надеюсь, увидимся в следующем этапе. И приглашаем всех поучаствовать в Challenge Cup. Очень приятно участвовать в чем-то крупном, в чем-то большом и быть частью чего-то действительно значимого. В нашей стране, допустим, в Эстонии, такого не проводится. Мы очень благодарны вам, Санкт-Петербургу и всем организаторам, что у нас была такая возможность. Судьи были добры к нам, задавали хорошие вопросы. И нам понравилось быть вместе с умными ребятами, которые также выступают для того, чтобы приобрести навыки, которые пригодятся в будущем жизни. В нашей работе презентация всегда сложно, требует очень много усилий и подготовки. И для того, чтобы довести презентацию до идеала, нужно очень много времени. Вдвойне приятно, что ребята уже сейчас начинают этому учиться и делать это неплохо. Так ребята молодцы. И большое спасибо организаторам за то, что они делают это. Спасибо. Соответственно, давайте потихонечку начнем церемонию подведения итогов.